И сегодня Станислав Третьяков также прокомментировал ситуацию, которая сложилась с транспортом. Напомню, с 6 ноября введены ограничения в работе троллейбусов. В городе появились слухи о том, что этот вид транспорта вообще прекратит свою работу. На сегодняшний день ситуация по транспорту, как и в целом по городу, она непростая, связана с тем, что не хватает денежных средств. К сожалению, собственные доходы, которые город должен был получать, их никто должным образом не обеспечил поступление, аукционы не проводились, деньги не поступали. И сейчас мы имеем фактически финал той работы, которая не проводилась с начала года. Транспорт останавливать не будем. Тот график, который ввели, уменьшенный, урезанный график, это вынужденная мера, чтобы вообще не остановить транспорт. Потому что если мы не введем этот график, значит, соответственно, через неделю транспорт станет. Выискиваем денежные средства, стараемся не входить в кредитные схемы, то, на что жил город раньше, да, то есть все это вот благополучие, которое, видимо, обеспечивалось просто бесконечными кредитами, и обслуживание этих кредитов порой превышало вообще, ну, все разумные пределы. Сейчас стараемся изыскивать собственные средства для того, чтобы направлять их, в том числе на транспорт, на коммунальные проблемы, на все остальное. То есть будем работать над тем, что транспорт не встал, и в любом случае транспорт не остановим.